ансамбль приехал в Москву в студию эстрадного мастерства готовить программу. И вот тогда я первый раз туда пришла познакомиться. Мой педагог меня порекомендовал. Я пришла познакомиться с коллективом и первый раз встретила Вячеслава Ильича Абрашкина. И в 71-м году, закончив только училище, даже не получив диплом, мне пришлось ехать в Сочи, потому что у коллектива начинались гастроли. В 90-е годы, когда я учился еще в колледже искусств, тогда училище искусств, то южно-российские краевые конкурсы многие проходили именно в Сочи. И в 96-м, и в 98-м годах я как раз выступал здесь на конкурсах. В жюри тогда сидел и Вячеслав Ильич Абрашкин. Вот там мы и познакомились. Еще маленькой девочкой я занималась в школе искусств по классу домры, и нас приглашали к Абрашкину в оркестр, чтобы мы солировали, продвигались как-то, развивались. Мы с ним очень легко нашли общий язык. Он был для меня героем, потому что оставался профессионалом и на сцене, и вне ее. Он был настоящий и там, и тут. Я очень горжусь, что я его знал. Честно могу сказать, что не сразу Вячеслав Ильич ко мне потеплел. Была некая настороженность. Постепенно, в общем, мы так друг друга поняли. И надеюсь, но во всяком случае так мне подсказывает моя интуиция, что он увидел во мне союзника. Отмечался день рождения Валентины Григорьевны Сааковой, писательницы, поэтессы нашей замечательной. И был торжественный вечер, посвященный дню рождения, а потом концерт. И вот на этом концерте выступал Вячеслав Ильич Абрашкин. Так вот мы сдружились, и в праздники у нас всегда концерты проходили. И Вячеслав Ильич часто у нас выступал. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это старейший коллектив в истории культуры нашего города. 50 лет – это солидный возраст, и, наверное, это своего рода достопримечательность. Вот этот альбом. Альбом, созданный им вместе с Бориславом Иосифовичем Ягудиным к 15-летию сочинского сувенира. О творческом пути коллектива, коммунистического труда, лауреата Всероссийского конкурса ансамбля «Русский сувенир». В Сочинской филармонии рассказывает этот альбом. Вот видите, номер тут есть. Вот это экспонат основного фонда, это вечное хранение. Он же сюда приехал в 65-м году в Сочи. И тогда был художественный руководитель Давид Гиршфельд. Вот они вдвоем с Вячеславом Ильичем решили вот организовать ансамбль «Русский сувенир». Коллектив эстрадный «Русский сувенир» был организован в 1969 году летом. Тогда вот иностранцев много у нас было, и вот русские народные ансамбли были очень популярны. Балалаечники, ведущие, они всегда звучали с экранов телевизора, по радио. Я помню прекрасно Михаил Федотович Рожков, Борис Феоктистов и так далее. Вот известные исполнители, Евгений Блинов. Мы же их слушали, мы на этом росли, мы на их искусстве мы учились. Когда я приехала, у нас было 13-14, столько был ансамбль. В эстрадном коллективе, который был первый, был русский ансамбль из русских инструментов, но это была эстрадная программа. То есть это была программа в русском стиле, и называлась она «Русские сувениры». От этого и пошло название впоследствии ансамбля. Тогда Вячеслав Ильич был руководителем. Через какое-то время он не стал руководителем, а передал свои полномочия, потому что он очень любил играть на балалайке, он чувствовал себя солистом-балалайшником, и он перешел, вот, так сказать, в свободное плавание солиста. Недолго.
долго он отсутствовал в коллективе, он вернулся в ансамбль, и вот с ним как раз ансамбль поехал в Ленинград на очень серьезный конкурс. По-моему, это 79-й год был. Тогда народники, как правило, были, как сейчас говорят, ботанами. То есть это очки, вот так вот весь скрючившись, и вот так вот играют на своем инструменте. И там вот такие выступали. А мы вышли в красивейших костюмах и с эстрадной привычкой очаровывать зал. И плюс еще играть умели. Мы сыграли очень хорошо, и мы стали лауреатами этого конкурса, чем мы, конечно, очень гордились. Мы имели записи на Всесоюзном в Москве радио. Это тоже такая школа, и так это здорово. Ровно 25 лет до 1994 года был эстрадный коллектив, и был эстрадный, и был ансамбль «Русский сувенир», который варьировался 13-14-15 человек. А в 1994 году Борислав Иосифович Ягудин был директором филармонии, а он до этого играл у нас на гуслях в оркестре, в ансамбле. И вот они с Вячеславом Ильичем Абрашкиным, посоветовавшись, решили, что пора преобразовать нас в оркестр. Тогда нас было человек 20, потом 25. И вот где-то вот так вот потихонечку с 94 года оркестр то набирал, то немножко уступал по количеству. И вот где-то года два назад как раз уже наступил апогей. Вот сейчас, на сегодняшний день, нас 35 человек. Это максимум по нашему штатному расписанию. Вячеслав Ильич, он по крупицам собирал этот коллектив. Он все время рос. Если другие коллективы они имели какой-то, знаете, взлет и падение, то вот «Русский сувенир», сколько я его вижу, он постоянно движение вперед. И когда я его увидел сейчас, через 20 лет, сравнивая с тем, что было, ну, я просто поразился, насколько вырос коллектив, насколько он сбалансирован кадрами. В «Русском сувенире» работает много педагогов. Вячеслав Ильич был замечательным педагогом. Они за эти годы подготовили массу музыкантов, и многие из них прошли, учась в музыкальном училище, прошли как бы оркестровую школу «Русского сувенира». На втором курсе училища мне уже предложили играть в оркестре, периодически уезжая в высшее учебное заведение. По окончанию снова вернулась в родной Сочи. Я барабанщик, закончил Донецкую консерваторию эстрадного факультета. Попал в 2016 году в оркестр «Русский сувенир». Вот, будучи эстрадником, пришлось мне вливаться в коллектив, да, русской народной музыки, и ни о чем не жалею. Все группы, во всех группах там есть лидеры, там есть люди, которые составляют вот такую основу. Почти половина являются солистами, то есть они настолько хороши, как музыканты хороши, что они все дуэтами, соло, они играют в разных программах с нашим коллективом. Очень яркие, виртуозные музыканты, где соседствуют опыт и молодость, задор. Русские инструменты – это наша история. Это корневая система всей нашей культуры, потому что в основе любого эпоса лежит народное творчество. Поэтому это есть, это будет и это должно быть, потому что это истоки нашей национальной культуры. Русские народные инструменты, они ведь впитали в себя черты самых различных инструментов, народов мира, народов Кавказа. И поэтому любая народная музыка блестяще звучит на русских народных инструментах. Этот коллектив,
он как раз вот эту самую толерантность, о которой сейчас очень много говорят, он как раз ее воплощает в своем творчестве. Находит путь к сердцам любых слушателей, любых национальностей, любых вероисповеданий, любых социальных положений и так далее. Его программы удивительно интернациональны. Можно услышать и цыганскую, и адыгейскую, и грузинскую, и армянскую музыку. И вся эта музыка звучит удивительно свежо. Я вижу, что у него есть будущее не только в Сочи, я вижу, что он будет еще и гастролировать. Если найдутся, конечно, ресурсы, возможности, я вижу большое будущее. Если у нас после 90-х годов была какая-то яма, то сейчас, слава богу, вроде бы как это возвращается. Я думаю, что очередная волна подъема интереса к народному искусству будет еще сильнее и сильнее. Я в Абшаровке родился, и в Абшаровке я рос, и любовь к селу родному до 80 донес. Ансамбль «Русский сувенир», знаменитый на весь мир, четверть века он блистал, он теперь оркестром стал. Если сказать, вот, какая самая главная его черта, это вот благородство и интеллигентность. Внести куда-то вот такую, знаете, нотку шалости или какой-то вот такой, знаете, искорки небольшой, это было в его природе. Он играл на гитаре. А уж какие он стихи писал, я думаю, что каждый из его коллег, кто отмечал какие-то праздники, наверняка является обладателем вот этих замечательных, искренних, легких, остроумных стихов. И в душах у нас оживает любовь, но надо ж такому таланту родиться, поет о пшенице, а рожь колосится. Нам так важны ваши аплодисменты, потому что очень часто слезы капают из глаз. Умирать не хочется, хочется жить и работать. Вячеслав Ильич в последнее время после своего юбилея и не очень здорово себя чувствовал. Видно было, что ему достаточно трудно. Тем не менее, его смерть для нас была все равно неожиданностью. В этот момент уже с нами как раз был рядом Григорий Константинович Михайлов, хотя его еще и не назначали нашим руководителем, но мы все очень надеялись, что это в конце концов состоится. Мы тебя знаем как прекрасного музыканта, давай посмотрим, какой ты как дирижер. Вот, и весь прошлый год я уже работал как приглашенный дирижер с русским сувениром. И Григорий Константинович стал преемником Вячеслава Ильича, который, собственно, это как бы нам его и завещал, что ли. Он завещал ему свой коллектив. Никто же не знал исход события, что так получится, но, видимо, Абрашкин Вячеслав Ильич чувствовал и готовил на смену человека, которого примут и сами музыканты. Все прекрасно. Вячеслав Ильич видел, кого ставил. Все это было зряче, осознанно. Вот. Поэтому никаких вопросов. Все отлично. Мы продолжаем работать, набираем обороты. Уверена в этом, что он правильно поступил и выбрал как для музыкантов хорошего человека и специалиста, как вообще для будущего оркестра. В творческом плане, можно сказать, процесс прошел очень благополучно, безболезненно, бескровно. Любил он и своих учеников, и свою балалайку, и вообще русскую культуру, и песню народную. И очень много для нее сделал. Всю жизнь отдал, можно сказать, ей. Ну а про души наши, и про то, что Вячеслава Ильича не хватает, мы его вот чувствуем каждую минуту. Вот, ну, настолько это... Вячеслав Ильич с нами навсегда останется. Так вот. А завтра? Завтра снова работа. Снова репетиции, создание новых номеров, осуществление своих творческих планов, замыслов, встреча с учениками и встреча со зрителями.